скоро на эту сцену поднимутся ребята, которые сделали пока что трейлер, но в дальнейшем, надеюсь, это выльется в полнометражный мультфильм, который называется «Киберслав». Знаете, что это такое, да? И я думаю, что прямо сейчас, друзья, пока перед тем, как мы посмотрим этот трейлер на большом экране, у вас есть шанс задать вопрос ребятам, которые делают этот мультфильм, которые, возможно, поднимают анимацию, мультипликацию в нашей стране. Придумать вопрос, у вас есть возможность задать им вопрос. А теперь посмотрим трейлер. Я уверен, что у многих из вас есть вопросы к этим ребятам, которые должны прямо сейчас появиться на нашей сцене. Я надеюсь, что они поднимутся, потому что все-таки проект такого рода в России — это довольно большая редкость. Мне самому интересно. Да ты поднимайся уже, я не буду его туда зазывать, интересно. Давайте еще раз поаплодируем. Это создатели Киберслава. Я думаю, вы представитесь, сами расскажете в двух словах. Или мы начнем сразу с вопросов, давай. Ну, можно представиться. Я Дмитрий Станислав, я... создатель, автор идеи Киберслава, а это Дима Яковенко, наш сценарист. Добрый вечер. Спасибо. Это ваши какие-то самые ярые поклонники, я смотрю, здесь стоят, да? Ну что, либо я буду вопрос задавать. Ребята, у вас есть возможность? У тебя есть вопрос, давай, отлично, окей. Здравствуйте, очень классный трейлер, очень динамичный, вы классные. У меня такой вопрос, пожалуйста, откуда вы, блин, взялись? Потому что вы просто взорвали интернет этим трейлером. И у вас
группа ВКонтакте. И вот лично я ничего больше не нашла. Расскажите, пожалуйста, вот откуда вы, как пришла эта идея в голову, что вы будете дальше делать? Вот все вот это. Много вопросов. Давай. Мы просто работали как маленькая продакшн-компания по анимации. То есть мы занимались и анимацией, и иллюстрацией, и чем только не занимались, в общем-то. Но в анимацию нас тянуло сильнее. И просто в один прекрасный момент нас потянуло вот на такое. Мы решили сделать такой... Ну, это проект полнометражного кино. Конечно, мы сами не потянули бы его. Мы бы в любом случае, ну, искали партнеров. Но вот этот проект, он родился просто из-за того, что мы хотели сделать классное полнометражное анимационное кино. Вот мы... На самом деле у нас уже есть пара десятков неудавшихся проектов, о которых вы не знаете. Поэтому это не первый блин. Может быть, именно поэтому он и получился такой некомковатый. Интересно было, кстати, узнать про проекты, которые делали вы еще, но я так понимаю, вы не расскажете, да? Это какая-то подгрип. Но это говорит о том, что перед тем, как сделать что-то хорошее, вы должны несколько раз упасть там, или как это называется, подняться потом. Так, конечно. Вопросы, друзья. Ну давай, иди сюда. Давай, давай. А будет ли широкий прокат в кинотеатрах? Для этого мы все это и делаем, в общем-то. Широкий прокат в кинотеатрах, конечно. А важный момент, это трейлер, понятное дело, я так понимаю, что на какой стадии находится произведение? На начальной. Ну, то есть это займет еще какое-то время, я думаю, что даже не один год. Я думаю, мы делали этот трейлер для своими силами. Мы его делали для того, чтобы продемонстрировать аудиторию. И привлечь внимание каких-нибудь людей, которые заинтересованы как раз. Да, естественно, мы хотели посмотреть, как он вообще зайдет, не зайдет. То есть то, что мы, то, что нам нравится, то, что мы видим как интересный контент, если оно заходит, то мы, в общем-то, ищем пути продвижения, пути реализации дальше, дальнейшие. Вот, в общем-то, ну, последние 3 недели показывают, что надо продолжать. Вот. А, очень важный момент, я уверен, что, что многих людей беспокоит здесь. Есть ли лор у всего этого и насколько обширна вселенная в вашей голове, по крайней мере, это важный момент? Да, конечно, есть лор, там... Очень много продуманных вещей и идей мы накидываем каждый день новые. То есть там будет где развернуться. Целая вселенная Киберслава. То есть ты действительно все это время занимался, да? Как бы это не конечно. Просто. Это не просто как бы красивый арт. Нет. А почему бы вам не начать. Я сейчас задам все вопросы свои, мне тоже интересно. Почему бы не начать с комикса? Не было такой идеи. Ну, было бы классно Киберслав комикс, потом анимационный фильм. Я как-то занимался комиксом авторским. Я потратил на это 3 года и решил больше не заниматься. Хороший ответ. Так, вопросы. Скажите, пожалуйста, а можно вот, ну, по трейлеру мы посмотрели, все очень интересно, но хотя бы немножечко какую-то фабулу или сюжетную канву, кто вот эти люди-росомахи, что вообще происходит? Ну, сюжет мы, наверное, сейчас... Да, мы пока не будем раскрывать, наверное, даже каких-то нюансов. То есть, ну, хотим успокоить, что это будет интересная, захватывающая жанровая история. То есть это не фестивальное кино, это зрительский. И в этом плане нам нужно было как раз узнать фидбэк людей, как они относятся к нашей вселенной. Я могу же ее назвать теперь нашей. И фидбэк показал, что мы идем в правильном направлении. Но это не будет 1,5 часа сплошного мочива. Это будет драма, комедия. Это будет то, что будет цеплять людей своей истории. Вопрос от Виджи Чака с Радио Максимум. Мне интересно, что это он хочет спросить. Не от меня, от моей ручной ламы. У меня 2 вопроса. Первый. Вдохновлялись ли вы мультфильмом «Ди, охотник на вампиров»? Есть такой, если вы смотрели его, конечно. И второй. Будут ли в Киберславе такие... отсылки к древнерусским всяким летописям, типа «Вещи Олег», там «Три богатыря», «Баба-Яга» и прочий став. Спасибо. Спасибо. Я видел «Ди, охотник на вампиров», и, в общем-то, мне нравится это аниме. То есть, да, и вообще Киберслав — это такая мешанина из всего опыта, который был. То есть там нету каких-то конкретных референсов. Вот сколько я живу, столько я потребляю какой-то контент, и, в общем-то, Киберслав — это такая эссенция. То есть, и да, конечно же, «Иди, охотник на вампиров» там есть. И там много еще чего есть. Вы попали в точку. На самом деле, это первый фильм, который мне Стас сказал посмотреть. Я его увидел благодаря Киберславу. Глаз алмаз, Чак, молодец. Он мне такой: ну, слушай, они не смотрели «Иди», значит, «Семья». Ну, давай.
парень, который с крестом, он как-то связан с церковью? Потому что я заметил, что на маковке церкви такой же крест. А, да, это, да. Это элемент сюжета, мне кажется, который они раскроют позже. Ну, это не то чтобы элемент сюжета, да, очевидно, крест некоего священника. Он такой же, как на храмах в этом мире. И да, в общем-то, мы не скрываем того, что он принадлежит к религии, которая в этом мире имеет место быть. Слушай, а вот ну, про историю ты не хочешь рассказывать, кто там кто, это понятно. А как бы время, когда это происходит, вот это тоже у вас так, в старом режиме? Учитывая, что заявлен древнеславянский киберпанк, он, конечно, такой на стыке древнеславянского и древнерусского, то есть где-то, ну, может быть, 10 век, но это не, это же параллельная вселенная, это как бы такая своя вселенная, в которой вот в 10 веке происходят вот такие события. Очень важная вещь, да, я вижу твою руку, сейчас я к тебе подойду, очень важная вещь для любого трейлера или мультфильма, которым ты занимаешься, саундтреки, это не хотели бы сотрудничать с какими-нибудь группами известными, типа как раз Хеловиса, например, которая озвучивала недавно Джоэну Прайдмор, и я думаю, что она подошла бы для вашего древнерусского ролика. Я имею в виду, не хотели бы сотрудничать с известными группами какими-то? Кто музло пишет? На данный момент музло пишет питерская группа «Олигарх». Нифига себе. Да, у них классное сочетание вот каких-то народных мотивов и крутой такой модерновой электронщины. И они круто вписались вот в эту во всю историю. А на кино, возможно, нам нужны будут помощники к ним. По крайней мере, предложения поступали в том числе от композиторов неких польских очень знаменитых игр. О, я знаю даже, про кого он говорит, скорее всего. Да, он, кстати, да, ну ладно. Я не знаю, вы об этом можете говорить или не можете? Кто там у нас, какие вопросы? Давай, иди сюда. Здравствуйте, ребят. Обычно, когда мутят какую-то такую совсем альтернативную историю, это влечет за собой, ну, много нюансов. Вспомнить хотя бы комикс «Пантеон культ двуличия» Соседова, кто знает, кто не знает. Потому что если ты просто решаешь, что вот у нас в этот момент история свернула не туда, а потом, соответственно, должно идти вот это не так и это не так. Просто как раз возвращаясь к теме лазерного креста. Означает ли это, что в этой Древней Руси тоже принято христианство? В таком случае, в каком оно виде, блин, существует и как оно соседствует с таким техническим прогрессом? То есть... Эти вопросы останутся без ответа до... Как минимум следующего Комикона. Сразу видно, соседовский фанат пришел. Такой прям с одной стороны, с другой, знаешь. Ну, это сложно, я понимаю. Так, иди сюда, давай, рассказывай. Но по поводу церкви можно сказать, что это не будет иметь отношения к каким-то реальным конфессиям. То есть это не христианская церковь, не католицизм, не ислам и не буддизм. Мне хотелось бы задать достаточно личный вопрос именно относительно к вам. И перед этим хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы, наверное, первая студия, которая действительно вдохновила меня. Именно спасибо. Благодаря вам я поступила на графический дизайн. Круто. И мне бы очень хотелось поинтересоваться, где вы учились? Я учился в Санкт-Петербургском государственном университете технологии дизайна на графическом дизайне. Спасибо большое за ответ. Это важная история, конечно, да, учился ли ты. Потому что я знаю художников, которые не учились. Это же возможно? Почему бы и нет? Это нормальная практика. Я хочу сказать, что трейлер-то вышел совсем недавно, а ты уже поступила. Ты знаешь, если вы на таком уровне уже вдохновляете людей, знаешь, типа, вот в промежутке там буквально... Это очень круто. Нет, я-то ваш трейлер еще летом видел, мне кто-то показывал его на фестивале. Так, еще вопросы, друзья? Давай, так, ну давай я спрошу у этого круглолицого паренька, не знаю. На, держи. Ребят, привет. Трейлер, на самом деле, порвал интернет. Единственное, что вопрос, планируется ли у вас выпускать приквел комиксы или вообще серию комиксов по фильму? Да, на самом деле, мы сейчас думаем о том, о вселенной вокруг фильма еще, как показать дополнительные какие-то вещи. То есть и комикс, конечно же, очень удобный для этого, удобный формат. И мы будем рассматривать, да, такие варианты. Действуй по принципу Хидео Кодзимы, просто трейлеры показываешь, и такой, и типа, выйдет что-то нереальное. Здравствуйте. Вопрос такой. Если вы сейчас формируете новую вселенную, не будет ли фильм перегружен? То есть раскрытием персонажей, раскрытие лора, потом сюжет,
раскрытие там злодея, если будет злодей. То есть не будет ли перегружен фильм? Ну, видимо, я отвечу. Могу сказать, что даже вот по этому ролику вы видите, что в принципе архетипы все знакомые. Понятно, что сейчас это такой, я бы даже не сказал, что это трейлер, это тизер. И здесь показано немножко все так упрощенно. Понятно, что и характеры, и линии будут сложнее. Но прелесть этого лора в том, что при всей его многогранности и при том, что там может развиваться огромное количество историй, он high concept очень, скажем так, интуитивно понятный, и он будет легко принят, когда мы его раскроем. То есть перегруза с миллиардом условий, мы можем обещать, что его не будет. Ребят, здравствуйте. В первую очередь спасибо за то, что приехали, и спасибо за то, что уже предоставили нам материал. Смотрите, вы сказали, что вот продукт, который вы готовите, это такая сборка из всего, что, вот, ну, что вас вдохновляет непосредственно. Соответственно, вопрос. Вы видите сами конечный продукт, то есть что там должно быть четко, то есть чтобы не было перегруза в одну, в другую сторону, то есть четкость представления есть у вас самих? Ну, то есть не было перегруза там со стороны еще и визуальной? Да нет, я не думаю. Я не думаю, что может быть какой-то перегруз. Просто на самом деле, да, трейлер, если смотреть на этот тизер-трейлер, то он достаточно, ну, такой, очень сильно насыщенный всяким. Но он такой просто потому, что мы хотели максимально вот в эти 3 минуты, которые у нас были, максимально впихнуть всего, чтобы показать вообще, чем является вселенная, какое кино мы хотим сделать. То есть, конечно же, само кино, уже полуторачасовое, оно будет, ну, не будет настолько концентрированным, но не будет, по крайней мере, напрягать какой-то кричащим чем-то. То есть это будет, ну, такое сбалансированное. Мы стремимся к балансу, конечно. Добрый день. Трейлер действительно выглядит офигенно. Единственное, что хотел спросить, в последнее время, когда появляются какие-то вот российские проекты, сразу возникает опасение, не будет ли там каких-то элементов такой нездоровой пропаганды, которая вот ради пропаганды, там, ну, там, в плане там, религии, политики, ну, то, что встречается в некоторых современных там, российских продуктах. Нет, от политики мы хотим держаться как можно дальше. И вообще пропагандировать ничего через наше кино, кроме самых светлых идей, мы не собираемся. То есть нам есть что сказать помимо этого. Мы хотим просто сделать классное кино, которое будет нравиться людям. На самом деле у нас просто сейчас еще такое информационное пространство, что любая социальная тема, которая, она сразу становится политической. То есть чтобы не поднять, нам уже говорили по поводу церкви и прочего-прочего. Могу только подтвердить, что это не является нашей целью. Мы не собираемся, еще раз повторюсь, мы не собираемся снимать там очерняющее фестивальное какое-то кино, чтобы завоевать сердца иностранцев. Здравствуйте, огромное спасибо вам за ваш трейлер, за ваш труд. У меня к вам 2 вопроса. Во-первых, в вашей вселенной будут ли присутствовать другие народы, населяющие Российскую Федерацию ныне? Это во-первых. А во-вторых, я так понял, правильно ли я понял, что ваша вселенная будет основана на домонгольской Руси? Спасибо большое. На какой Руси? Я прошу прощения. А, домонгольская? Другие... Ну, у нас на данный момент, если рассматривать тот сюжет, который у нас сейчас имеется, у нас довольно локальная история. То есть... Она больше про фольклор, она больше не про историческое нечто, то есть не про борьбу народов друг с другом, а про фольклор. То есть фольклор — это у нас какая-то, ну, нечисть, какая-то вот что-то такое потустороннее. Борьба людей и кого-то, то есть не борьба людей друг с другом. Вот. Второй вопрос. Я, в общем-то, ответил, видимо, на оба.
Привет, ребята. Вау, вы такие хорошенькие, красавчики прям. Я хотела спросить, что послужило мотиватором создания вот этой идеи? Вот славянский киберпанк — это две совершенно противоречивые вещи. И это очень интересно. Как вам пришла в голову? Почему именно это? Короче, что послужило изначально? Вот ты сел такой дома, 20 проектов сделал, они у тебя такие... Что-то как вообще ничего не получается. И почему именно славянский киберпанк? Реально, мне вот тоже, например, интересно. Ну, потому что вообще наш фольклор, наша какая-то история, это огромный пласт культуры, который в медиа, в современном, он представлен, если и не мало, то он не представлен в таких масштабах, которых хотелось бы, чтобы он был. То есть, если делается фильм, то он не делается на полную катушку. Нельзя, ну, он не расходится прям от души, так, чтобы вот посидеть и вот так вот глядеть. А мы хотели что-то такое. И если, например, я следил за проектом Романа Попсуева, который пытается фольклор переложить на фэнтезийную тему. Это очень круто. То есть в этом плане пришлось подумать, а что можно было бы соединить. И поскольку для меня, в принципе, то есть технологические какие-то вещи, киберпанк и все остальное является очень интересным, то, ну, в общем-то, мы взяли просто и соединили. И оно, ну, достаточно неплохо друг с другом срослось. Вот. На самом деле еще в наше время пост-пост-пост-пост-пост-пост-модернизма, когда... действительно что-то удивляет, цепляет, там, раздражает, то это то, что нужно брать. Поэтому, когда вот Стас рассказал эту идею, которая родилась вот, в его дефолт-системе, то она даже на словах звучала очень круто. Здравствуйте, парни. Ну, во-первых, вы суперкрутые. А вот спасибо. Я хотел спросить про вот как раз нечисть, которую показали в трейлере. Просто если герои... В них, в принципе, угадываются какие-то архетипы, типа вот богатырь, монах, то нечисть выглядит такой очень самобытный. Скажите, какие у вас были референсы? То есть это вы ориентировались на каких-то тварюшек со славянской мифологии или на что-то еще? Для героев? Для злодеев? А вот со злодеями на самом деле история сложнее, потому что в трейлере не показаны те злодеи, которые мы хотим заявить именно в кино. То есть это довольно-таки дефолтные злодеи, то есть они и похожи друг на друга, но есть только парень с пушкой в голове, да. Но они на самом деле, они не выглядят как фольклорные герои, они выглядят как дефолтные киберпанковые герои или дизельпанковые, как мне уже начали говорить про парней с этими с огнеметами во рту. Мы не хотим заявлять, потому что это одна из основных фишек вообще, в принципе, кино будет. То есть дизайны наших, то есть каких-то Кощеев, там, Баб-Ёжек, там, и все такое, который переработанный, круто переработанный в киберпанк-тематике, они будут просто офигенными, и мы хотим подольше над этим поработать, действительно выстроить и их какие-то, ну, персонажи, прорисовать персонажей, исходя из этого уже сделать дизайн. То есть поработать над этим максимально плотно, чтобы в итоге, ну, наши вот персонажи фольклора смотрелись прям очень круто, чтобы мы показали то, что мы хотим показать. Вот, поэтому в трейлере пока что, ну, вот как-то так. Злодейский пробник такой просто. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Спасибо за... данный материал нереально круто получилось, в связи с чем возник вопрос. Анимация очень здоровская, как и сама рисовка. И вы одни работаете над этим? Или есть ли те, кто еще помогают, возможно? А над трейлером сколько людей работает? Сейчас вообще? Ну, у нас нету какой-то одной команды, которая входит в нашу там Evil Pirate Studio. То есть мы продакшн-компания, я как продюсер... До этого, ну, то есть сейчас работа над Киберславом, она ведется в основном по сценарной части. Вот, а так мы просто продакшн-компания, которая берет заказы, ну, и нас каждый раз приходится набирать новую команду на разные заказы. То есть, например, Киберслава мы делали четыре человека. Вот так. И, ну, это идейные люди были. Мы, в общем-то, делали его не столько за деньги, сколько за идею. Вот, ну, как-то так. А когда мы уже войдем в производство, людей будет гораздо больше. Ну, нужна целая огромная студия, действительно, чтобы сделать там за 2 года сделать целое кино анимационное. Тем более, учитывая, что у нас сейчас
2D-художников, 2D-аниматоров очень мало, потому что у нас рынок больше тяготеет к 3D-анимации. Вот. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Трейлер «Огонь». Вопрос про будущий фильм. Сейчас в медиапространстве есть такие фильмы из киберпанка, как «Бегущий по лезвию», «Призрак в доспехах», славянская тематика — это «Князь Владимир», «Три богатыря». На что будет похож ваш проект из уже существующих проектов? Потому что в любом случае будут отсылки, вас будет с чем-то сравнивать. На что будет похоже? Я надеюсь, с «Тремя богатырями» не будут сравнивать. Мне кажется, вам нужно было аннотацию написать вначале, знаешь, а то всем так интересно просто узнать, что ж там будет, а вы ничего об этом, вы все ходите вокруг, знаешь. Так, держи. Ребят, привет, спасибо вам огромное за такой лор, прям музыка на репите все время. Спасибо вам. Не могли бы вы сказать, как вы в дальнейшем будете подогревать интерес аудитории к своему проекту? Планируются ли какие-то новые тизеры, или, может быть, вы будете выкладывать какие-то арты, наработки? Что нам дальше ждать? Да, конечно. Ну, я думаю, что новых тизеров в ближайшее время ждать не стоит, к сожалению, для нас, для всех. Вот. Но мы будем вести активную деятельность в соцсетях, на нашем сайте. Сейчас мы работаем и над концепциями, и над сценарием, и мы будем обязательно делиться со всеми, кто хочет следить за проектом, всей нашей деятельностью. И я думаю, что... Скорее всего, к следующему Комик-Кону у нас будет что-то свеженькое, чтобы показать. Я просто пытаюсь подобрать тебе последний вопрос нормальный. Господи, ну давай задай его. Ну хорошо. Привет, ребят. Вот привет. Был такой вопрос, если опустить Киберслав, то были ли какие-то еще идеи там отдаленные на какие-то будущие проекты? И все ли они будут связаны как-то с Древней Русью? Нет, мы не замыкаемся на Древней Руси. То есть у нас на полке лежит, например, один проект про... который сделан, планируется сделать в технике совмещения игрового кино и анимации 2D-шной, как типа... «Кто подставил кролика Роджера» или «Космический джем». Мы вообще открыты к идеям, мы вообще хотим делать какие-то очень интересные форматы. Поскольку мы пока еще очень молодые, молодая студия, мы горячие такие, мы хотим рисковать, мы хотим делать что-то новое, потому что нам это интересно. Мы не хотим зацикливаться ни на чем. В общем-то, идей куча. Были бы деньги, и мы прям все сразу реализовали. Ну что, один вопрос еще? Ну, может быть, два. Давай. Нет, все-таки один. Все-таки один вопрос. Я бы хотела уточнить, вот все мы в курсе о примерно ситуации с рынком анимации в России и, в принципе, по миру, что это достаточно проблематичная такая сфера. И вот нет ли, смотрим на ваш проект, и такой вопрос, нет ли у вас относительно себя... такого ощущения вставания с колен русской анимации, вот, продвижение, поднять вот эту всю сферу, в том числе вот с помощью ваших сил, вашего проекта и, может быть, каких-то еще проектов. И что вы думаете, в принципе, вообще про рынок анимации в России? Анимация в России для вас что и что вы думаете по этому поводу? Ну, про поднятие с колен, это, конечно же, была ирония. Это была ирония. Но если мыслить глобально, совсем уж в будущее смотреть, и то, конечно, мы хотим что-то новое. Мы хотим привнести на этот рынок что-то новое. То есть я не буду говорить за то, чтобы как-то перевернуть игру, но, тем не менее, если будет, по крайней мере, если реализуется проект «Киберслав», уже многое поменяется на рынке анимации в России. То есть если он заработает деньги, то другие компании начнут смотреть и в эту сторону, в сторону там подросткового, взрослого анимационного контента. То есть это в любом случае развивает нашу анимацию в лучшую сторону. И, конечно, мы очень хотим в этом принимать самое активное участие.
Ну, короче, будет вам сложно, потому что вы такую планку взяли с этим тизером, не знаю. И смотри, сколько народу пришло. Все хотят киберпланку, да, мне подсказывает Чак. Очень много народу пришло, все хотят задать вопрос, но мы не можем этого сделать, потому что у нас заканчивается время. Но можете написать ребятам в соцсетях, они вам, скорее всего, возможно, когда-нибудь даже... Можно нас выловить на Комик-Коне. Или выловить на Комик-Коне, задать вопрос. Еще раз аплодисменты, это проект Киберслав. Спасибо большое. Спасибо. Будем ждать от них чего-то нового. А дальше у нас, ребята, косплей. Так что не расходимся.